Всем привет, с вами Фрост и Снейк. Здравствуйте. И, возможно, этого ролика вообще не будет, вообще он не выйдет, потому что я не знаю, что записать, просто мы такие, надо чем-нибудь записать, вот прямо сейчас взяли, записали Снейку ролик, и думаю, я тоже хочу, но что не знаю, вот так, поэтому мы с вами будем смотреть мимасики про iPhone. Не знаю, что будет, в общем, если вы вдруг страдаете трипофобией или боитесь каких-нибудь дырочек, отверстий и так далее, вам лучше не заходить, потому что там камер слишком много, они очень смущают людей очень с трипофобией. Очень страшные камеры. Очень страшные камеры, поэтому лучше с ними нахер не общаться, не хочешь чижик трипофобом оказаться. Вот так вот. Так, значит, у нас сегодня мем. Поэтому ставь лайк, если ты не трипофоб, и не ссышь смотреть на камеру айфона, подписывайся там, сделай мир серым, подпишись на канал, сделай кнопочку подписаться, не красный, а серый, убавь красок этому миру. Давайте вот ты посмотрим. Ты говоришь, одна камера, зато три отверстия. Я говорю, тупо бомжа, блядь, одна камера, тупо бомжа. Какой, ты чё, смотри, зато три отверстия в чехле. Тупо бомжа, вот посмотрите, нормально стоит на человека. Вот. Две камеры. Средний, да, средний чехле. Три надо брать. Три отверстия в чехле. Надо объединить усилия. Вот так нормальный айфон стал сразу. Чё он лохает? А чё вообще вот это вот, здесь тоже много камер, алё. Ни одной камеры нет. Разбийник, вот так вот сейчас, вот. Отлично. Три камеры. Вот это айфон новый. Ну что? Парад старый. Мы готовы. Давайте, шутки про iPhone 11. Так хочу и называется сайт. Смеяться. Хотим смеяться над айфоном 5 минут. Давай. Возможно, вы сейчас напишите комментарий, что шутки про iPhone уже устарели, будете правы, я вам даже лайк поставлю. Но не пишите так, кто лайк придет ставить, я не хочу. Мне лень, придется вам лайки ставить. Ну, придется лайки ставить, но я не буду, мне лень. Вот такой надо. Вот такой мне нужен. Вот это тупо трипофобы обосрались. Вот в одном месте. Со всех айфонов поставили камеры, скинулись, так сказать, на новую модель. И все, ребят, получайте профи. Хочу, оно мне надо. Профи, оно мне надо. Выйди отсюда, разбийник. Сковородка. Тим Кук. Ну это вот самая классика. Если бы был такой айфон, я бы купил. Представляете, он чай взял. На айфоне погрел, ну хотя ты можешь игру какую-нибудь запустить и нормально так погреть на этом айфоне, чай себе. Но было бы прикольно. Блять, ну это я, это мы видели, да. Новая картина, вот такой я бы себе повесил. А где третий ты? Чё, в смысле? Это не Макс. Ну, это тупо нищий мод. Нищеброд. Мод нищеброд, я так и говорю. У них там какой-то самый дешевый, блядь, айфон, что ли? 70 тысяч рублей. Или сколько там самый дешевый новый айфон? Бомжи, блядь. 70 тысяч айфон стоит. Тупо бомжи. Мы просто это лохи. Тупо мод лоха по жизни подрубили и покупают айфоны, тупо, типа, за 70 тысяч. У меня бомжи. Тупо лохи. Постыдились бы хотя. Районе, постыдились, да? Бы, я бы с таким даже на улице не вышел. Чё это айфон с двумя камерами? Еще и 11-й, не про. Самое так, замены не выражается. Да, это... Но это типа лица, да, это как у Мерлин Монро, родинка. Где мем с Мерлин Монро? Ну нету, не... Вот ты первый изобретатель, я такого не встречал. Сделайте мем с Мерлин Монро и с камерой, ну, то... Ооо, это классика, Тим Кок. Тим Кок, знаешь, где у него кок, блядь? Почему он Тим? Вот так вам такая шутка, а? А знаешь, почему айфоны стали такие уродские? Чем? Потому что за последние 10 лет Apple стал владеть, знаешь, кто? Кто? Тим Кок. А? Понял, да? И поэтому он надел столько черных входов на передний план, он как бы пропагандирует это все. Он говорит, черные входы, не бойтесь их. И как бы их добавил на лицевую сторону. Ты про то, что он нетрадиционный. Я и забыл об этом. А ты только серьезно? Ну, я только сейчас допер. Я думаю, ебать, ты постеронил. Ты, разбийник, сейчас дошутишься. Сейчас пальну в тебя камерой одной. Это меня YouTube пальнет баном просто. Баном просто в тебя кинут. Тремя страйками выпустил в меня. Сефи. Чтобы наблюдать, короче. А, каждому своя камера и микрофон со вспышкой. Тупо. И там ФСБ просто... ФСБ. И переворачиваешь там лицо ФСБшника, он такой, так, чем он тут сегодня делает? А, по фейсапу с тобой связывается. Чё, разбийник, чё там это придумал? Это российская технология, на Ми разработка в... Как у нас называется? Сколково?
Ну, русский iPhone, типа импортозамещение. Приляпают на заднюю крышку какой-нибудь логотип, как с Rolls-Royce слезами. Ё-моё! Вот это вот точно дырофобы! Вот это трупофоб! Дырофобы точно обосрались сейчас, вообще просто люди. Ну это не смешные мемасики пошли какие-то, Пикачу. С Губка Боба было бы. Не смешные мемасики. Оооо, вот это iPhone! Я позвонил! Знаешь, какая у меня была? Вот, я продавал. Во, у меня вот такая была! Продавал вот ее. У тебя это, 10, это 12-й iPhone. Это тупо. Это в следующем году, ребят, ждите. Вот такой iPhone. Это хотя это сказать, через 3 года. Они слишком, раз в 3 года камеру добавляют. А это слишком далеко. Газовые комфорты добавят. Короче, тут мемасики все кончились. Так. Как так, кончились? Стоп, что за iPhone 11? Где мои мемасики? Палатка! Где iPhone? Что такое? Где мемасики? Мемасики не загружаются. Мемасики не хотят загружаться. О! 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 Подъехал трёх. Опять то же самое. Эти не те же мемасики, что ли? Вы что, новых не придумали, что ли? Это твой! Это мой! Я такой сломал как раз, только это еще более старый. Ипхоны! Вот это тоже. Этого в новом айфоне нет. Здесь нет надписи Ипхон. Она пропала. Видишь, это старый айфон. Да, говно не нарисовали. Яблоко не посередине, а оно должно быть посередине. What the fuck? Что ты из аниме? Это что-то из аниме. Это что-то японское. Это что-то аниме. Очко во лбу. На стального алхимика похож, что это значок, но это что-то не то. Может, это из оригинала, так, а не дальше. Старой части. Так, что за такое? Что за видосик? Видосик. No. Реакция на все айфоны. Не буду. Уже выбрасываю. Да когда вы ценник увидите в 140 тысяч за топовую модель? 132. 140 почти. 132. Ты чехол в паре, ты какую-нибудь зарядку еще. И все. 140. 131, 990. Да, отлично. Или 9 еще. Дешево, дешево. Завтра вот покупаю два себе. Вот такой можешь себе сделать. У меня такой же спиннер дома. Можешь такой себе сделать. О, почка! По расплату почками. Простатка. В чем почка подороже? Там хватит на несколько поколений, наверное. Да. А, знаешь, есть типа услуг, там два айфона вперед берешь, типа. Пошляешь сразу же, потом выходит на тебе бесплатная сторона. Комплексная. Когда узнал, что хозяин купил себе iPhone 11. Так, подожди. Ты что, до вдвоем, что ли? Сплатил с тобой, что ли? Нет, ну такой. Просто он увидел, когда цены. Да, опять шутки про Тим Кока. А, вот она! Открывай! Кого ты видел? У тебя в видосе мы видели. Видели мы это. Так, вот эти мазуты. Видели мы это. Корпорация монстров. Это тупо, это тупо бомж. Такая ностальгия, ребят. Это просто капец. Вот, вот, вот. А дальше вот этот будет, как раз, о котором мы говорили, в 12-м. Он 5, ну, да, 5 он... и вспышка 5. Вспышка посередине, да. Слушай, что за мемасы, тупо. Вот это вот айфон, блядь. Ну, слишком мало мемасиков для Во, видео. Ну что ну ты что не открываешь это? Ничего? Открывай каждый. Вот что это? Ну, открывай. Это потому что Твиттер каждый раз приходится открывать. Ну, какой-то, ну, челобес какой-то, хуй знает кто Тим такой. Кок в следующем году, да, шутка. Привет, трипофобы, welcome to iPhone 11. Боязнь дырок, пугающие дырки. Реально, вот на это немного крипово смотрите именно на вот эту вот картинку, где вот эта вот пачка айфонов, вот этот криповенько немного. Кучками прям криповенько. На магазин на какой-нибудь электротехнике заходишь и там машины. Это тупо трипофобия вся. О, триггерит. Одно и то же. Спиннеры. А ты их слишком скипаешь, мы должны смеяться. Я вот, даже, но это я видел. Я даже смеяться не успеваю. Так. Смейся. Там Android открыл. Сфокусируйся. Камера. Выбери, какой камерой посмотреть. Android камера, VCI iPhone камера. Так, подожди, вот это вот iPhone камера. Вот это, нет, вот Android. Это Android камера. Нет, вот это iPhone камера. Это Android камера. На новый, вот это зум, видишь, двойной? На этих. Это Android, нет. Видишь? Это соответственно, Android. Просто я тебя бомбит, потому что на Android. Так. Бомбит это тебя, то, что money, вот тебя затриггерили на тройную камеру, а у Samsung нет никаких тройных камер. Ну, вот, две камеры, вот я и бешусь. Я довольна, у меня одна камера. Ну, вторая на этой, на спереди, ты понял.
Ой, какая жиза по проводам этим вонючим, ты видел? Ни один жиза так не сломался. А знаете почему, почему жиза, блядь? Посмотрите вот на вот это вот. А у меня-то нормально все, видите? Вот нормально. А знаете почему? Потому что мне Тим Кок, блядь, продал этот провод для андроида. Samsung вы охерели, а? Вот посмотрите, что выходит. Тим Кок мне продал в айфоне. Люди добрые, что творится-то? Что творится? Продал мне просто паленые провода на Samsung. Вот хочу такой я купил бы. Хочу. Это, нравится, это сабвуфер. Нравится, это аудиосистема. Положил вот так вот. Бум-бум-бум-бум-бум. Представляешь, блядь? Вместо, типа, на 5 килограмм система на телефоне, блядь. Вот тут вот просто берешь, размещаешь сабвуфер, аудиосистему, слоуфи. Короче, ребят, мне кажется, мы достаточно смеялись, и пора не заканчивать. Не насмеялись, не вообще нифига. Мне стыдно. Да вот, мне такой ролик минут, стыдно выпускать. Да где? Подожди, сейчас бля. В ролике Вилсапёса будем смотреть. Смотрим. Меня, кажется, опередили. Я только что загуглил видео мемы про iPhone, и там все смотрят мемы про iPhone. Я не буду открывать комментарии. Пишите, что хотите, я не буду открывать комментарии. Я просто хочу топ 14 мемов. Давай, топ 14 мемов. The мем. Хочу смотреть. Ой, уже смешно. Это новый iPhone, 4 камеры, да? 4 камеры, новый iPhone, давай. Базарь, братан, новые фаны. Кто нахуй? Кто где нахуй айфон надо? Вот так. Приходишь в магазин, такой, где нахуй мой зеленый? Думаете, почему я до сих пор хожу с 7-м? Потому что я каждый раз прихожу в день выхода айфона в магазин, такой, где нахуй мой айфон? Денег не дам. Они такие, пошел нахуй. Иди нахуй, я такой, ну и ладно. Я не покупаю новый айфон. Пойду домой. Бля. Где мемы про айфон, сука, наебать? Наебатор, какие-то левые мемасы мне здесь спамят, ты чё, запомните всё, это лицо, пошли. Разыскивается за нахуй на мемасы. Мемы и прикол с новым айфоном, давай. 10 сентября вышли мемасы на айфон. Где мемы на айфон? Почему опять какая-то хуйня? Ты смотришь обзор на мемасы. Так. Мы делаем обзор так. На мемасы. Ха, павук. О, этого мы не видели. Свежак. Люди весь видео так думают. О, свежак подъехал. Все видео про наш так думают, свежачок. Так, Тим, да все, у нас все спи, тупо. Мы еще даже выложить не успели. У нас уже спи. Мы даже выложить видео не успели. Ребят, уже. Тут нужно лайки ставить, чтобы поддержать. Ребят, потому что, а то я на этом все просто уже. Я тупо респект. Все мемы в одном кончились. iPhone XS Max. 10 угарных шуток про новый iPhone. Так, да, все восторгаются. Я просто в шоке. Так, красавчик вообще, молодец. Красавчик. А, это было типа у него прыщи как камера, что ли, на лице? То есть интол через камер. Лицо сочится. Сколько камера. Люди серьезно делают обзоры на мемасы и при этом не снимают как Майнкрафт. Я хотя бы Майнкрафт снимаю в перерывах, а они тупо делают обзоры на мемасы. Дичь просто, ребят, если вы любите Майнкрафт. Все, короче, и подписывайтесь на канал, будем снимать только мемасы. Майнкрафта больше не будет, влогов больше не будет, лайвов больше не будет, игр больше не будет. Будут только смотреть мемасы 24/7. Подписывайтесь, да. Стримы, лайки ставьте, ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на на канал Снейка, мы у него тоже снимаем, смотрели. Мы у него смешнявки смотрели, но так и быть. В общем, из-за него я записал этот ролик, так что во всем можете написать ему, как бы, что вы об этом думаете. Да, пишите мне, вот. Заставил снимать мемасы на iPhone. Вот, пишите комментарии, я думаю, уже это и так сделали. Подписывайтесь на мой инстаграм, пишите комментарии. Посмотрите нормальные ролики по ссылочкам в описании. Вот, и позовите туда друзей. Не зовите на этот ролик, не травмите им психику. На этом все, всем удачи, всем пока-пока. Шух.